Вообще классно, мне нравится. Так ужасно. И с воронами все в порядке. Узнаю брата Колю издалека. А я ворон снимаю. Привет. А это мир людей. А это люди, товарищи. Это люди. А, здравствуйте, зрители. У меня даже есть друзья-люди. Друзья-блюди, да. Ублюди. И это тоже человек, прикинь. А я тебя не фоткаю, я только на видео снимаю. А, то есть ты же как-то градируешь человек. Ты звезда, я туба. Кто, я? Ты издалека выглядишь, как черная монахиня. Ну, так я и так черная монахиня. Я не такие монашни, как так эти. Так я же собралась на обложку, надо же было напугать обложку. Ну, там сейчас две звезды приведут. Прекрасно. Две звезды. Хорошая. Две светлых. А ты же сказала мне одеваться, как бомж, не смогла. Нет, я тоже оделся, как бомж, мне это можно. Я тоже, мне можно, мне уже много лет, 50 лет. Костюм бомжа. Можно одеваться, как бомж, слава богу. Мне мама запрещала всю дорогу, мне хотелось выглядеть как бомж. Как рокер, как неформал. Тебе все, да, слава богу. Мне это удалось, мне хотелось всегда. Потому что она наденет мне розовенькое что-то в первую же лужу. В первую же лужу. Чтобы знали наши. Классика. Ох, красавица. Вот, вот первая звезда. Пошла. Ой, красавица.